Девочки, приветик! У меня есть три посылочки с AliExpress. Это вот такие два гель-лака кошачий глаз. Их мне посоветовала девочка в комментариях. В принципе, я их взяла похожие цвета. У меня один сиреневый, один фиолетовый. Но вот этот вот сиреневый на черной подложке дает фиолетовый. А, вот он, дает такой более фиолетовый оттенок. Этот фиолетовый более темный. Ну, в принципе, так вот получилось. Но оба цвета красивые. Не знаю, самый темный я буду оставлять или нет, но вот этот мне очень понравился. Также у меня две акриловые пудры пришли мне спустя 2 месяца. Доставка очень долгая, но я довольна. Акриловая пудра мелкая. Такая вот мелкая, как пыль, не крупинки. Так что ссылочку я оставлю. Иногда она у продавца есть, иногда ее нету, но я вот успела купить. И, кстати, очень бюджетная цена. Так, а еще одна посылка, это у меня... Это у меня немножко слайдеров и один стемпинг, пластинка. Пластинка такие кошки, такая специфическая, я бы сказала, но мне понравились вот эти вот кошечки. Не знаю, буду делать или нет, но пластинка очень бюджетная, потому пусть кошки будут. Так как кошек я очень люблю. И у меня ловцы снова пришли мои красивые слайдеры. Ловцы снов с AliExpress, вот такие вот. Я их поштучно брала, они есть в наборах. Но решила, зачем мне много, потому выбрала, какие мне больше всего понравились. Три вариантика. Так, и вот еще один. Также вот такие вот цветы, они очень популярны. У меня уже есть такая пластинка. Она была настолько бюджетная, я уже взяла еще одну этого продавца. Думаю, может кто-то с клиентов захочет. И такая вот желтая тоже, просто у меня такое еще не было. Ну, вот это и все. Вот это, по-моему, пришло мне новой почтой, остальное Укрпочтой. Вот так вот. Так что в дальнейшем мы протестируем вот этот вот гель-лак. Всем пока, до скорых встреч.